Около 2 часов ночи к заправке подъехал автомобиль. Неизвестные жестоко избили 55-летнего оператора. В кармане потерявшего сознание мужчины преступники нашли ключи от сейфа, из которого похитили 12 тысяч рублей. Избитого оператора позже обнаружил клиент заправки. Он вызвал скорую, которая госпитализировала пострадавшего. К нам поступил больной с множественными ранениями черепа, перелом черепа в 3-4 местах, перелом нижней челюсти справа, дождные ссадины на спине. Он поступил в крайне таком тяжелом состоянии. Давление было 60/20, пульс 150/170. В милиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о совершенном преступлении, обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить в Григориопольский РОВД по телефонам 210-3-29-80 или 3-39-32. Мобильные телефоны 3-7-30-664, 3-7-97-270. Телефон доверия МВД 533-8-15-29. Конфиденциальность гарантируется. За сведения, которые помогут задержать и привлечь к ответственности подозреваемых, назначено вознаграждение.